Здорово, братва! Сегодня мы проверяем еще один сайт. Сайт знаменитый, не хуже Force Drop, в принципе. Они уже долго на этом рынке, можно так сказать. Поэтому это не реклама, это прям реальные шансы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы погнали! Итак, друзья, сегодня у нас на проверке сайт MyCSGO.net или MyCSGO.cc, он сейчас... В общем, беда такая, записывал вчера видеоролик тоже по этому сайту, закинул 250 рублей с промокодом, но, в общем, получились технические проблемы и не получилось у меня записать. Я где-то там крутил кейс где-то с полчаса, то есть он нас полчаса окупал, но потом в концовке нас слил. Но самое дорогое мы выбивали, по-моему, коллаж за 400 рублей. Поэтому мы сейчас, получается, в минусе. И думаю, что нам сайт что-нибудь даст. Поэтому давайте начнем. Начнем. С чего бы нам начать? Давайте вот этот кейс. Один раз крутанем. Прошу прощения. Так, ага, пришелец, да? Вчера, кстати, очень хорошо нас окупали контракты, прям хорошо контракты окупали. Так, ну давай, что-нибудь. Ага, гадюка, окупи. Так, ладно, этого у нас 142 рубля осталось. Так, ну давайте что-нибудь мы армеечку крутанем. Как же мы без армеечки-то? Что у нас армеечка даст? Я не помню, что здесь армейка вообще когда-то что-то давала, если честно. То есть он нас все-таки в плюс ведет. Идет у нас все-таки в плюс. Ну и давайте, во, как раз прям кейсик. Утонем мы кейсик. Вирус, да? Что он у нас стоит? Ну это минус. Так, ладно. Так, это у нас... О, какой контракт у нас дорогой получается, да? Ставьте лайки, ребята, а то на этом видео может в принципе закончиться сейчас, если честно. Давайте, поехали. И... Нет, не заканчивается, но плюс он нас все равно не вывел. Давайте вот этого 3, 4, 5 крутанем и в контракты. И пойдем контракты сразу. Будем прям вот по жести так крутить. Ну да, две гадюки, в принципе, что и стоило ожидать. Ничего такого он нам не дал. 250, 200 мы выбили. Ну да. Беда. Беда. Опять здесь одни гадюки, я так понимаю. Больше ни хрена, что ли, нет? Серьезно. Да вы издеваетесь, что ли? Друзья, ну вы видите. Это учитывая то, что мы сейчас в минусе. Давайте мы коллекции крутанем. Крутанем коллекции. Я не знаю, это просто... Я вчера на 250 рублей крутил полчаса. Вот просто полчаса крутил, потому что давали контракт. Контракты давали реально прям. Хорошо. На 28 рублей. Это бред. Полный бред. Вот что значит без подкрутки. Без рекламы реальный шанс от MyCSGO.
Вы это сами все видите своими глазами. И не надо там говорить, что там кто-то, блядь, что-то выбил нахуй, потому что это все. Либо он в минусе, блядь, там на несколько тысяч, что ему что-то выпадает, блядь. Хотя мы в минусе 250 и все равно жопа. Вот жопа, 80 рублей мы. 52 рубля, блядь. Где, сука, мои деньги, блядь? На, нахуй, вот тебе хватит, блядь. Все. Ай, ну давайте один канал откроем. Прям вот так вот, чтобы его видно не было. Будем думать, что там что-то хорошее. Давайте даст откроем. Не знаю. 4 раза. Давайте 4 раза. Но и, блять, вообще даже синьки нету просто. Ой, блять, мне прям реально смешно, прям. Вообще, все. То есть у нас 20 рублей, все, это полный слив бабла. Вот так вот открываем. Это все у нас. А, ну две синьки, обалдеть. До 67 рублей. Офигеть. 47 рублей. Но до конца у нас не сливает. Вот у нас будет сейчас вот так вот мурыжить, как вот вчера вот. Это прям, я не знаю, это такой бред, блядь. Сука, вообще у меня просто слов нет. Он ни фастомом не дает, нихуя. Ай, как это? Как, блядь, с этим жить? Я не знаю, так трен лейк, давайте лейк. Что у нас там? Один, да, бам. Блядь. Ну, сука, лейка дал, блядь. Трен, он говорит, сосите нахуй. Все, 7 рублей, 7 рублей, 7. Все, мы на этом. А, ну давайте мы еще это сражение проверим. Сражение. Вчера мы сражение тоже проверяли. Если у нас вообще оно есть, 22, блядь, рубля. Нет, у меня нахуй 22 рубля, ебать. У меня есть 8 рублей, блядь. Ну, залетите кто-нибудь, блядь. Понимаю, что время утро, нахуй. Нету никого, походу, здесь, потому что что-то... Лайфлент, он стоит, ебать. Ну, мы дождемся, нет противника сегодня, блядь. Во, давай. И по бороде, блядь. Нет, смотрите, мы выиграли. Да охуеть, блядь. А, понятно, здесь никто больше не залетит. Потому что он, походу, тоже свои последние деньги проебал, пацан. Или... Девка там, хуй знает, что нам на 3 кейса, блядь, не хватает. Нам, чтобы в контракт залететь, блядь. Бомж сидит, а хуй ты на бомже сидишь, иди сюда, смотри, какие скины, блядь. Ну. Давайте. Кто-нибудь залетите уже, блядь. Вот так вот. Так, и так у нас 48 рублей. То есть у нас есть шанс что-то еще попробовать. Так, что у нас там? Лейк у нас там что-то дал, да? Уху, 5. Давайте сразу контракты. Ну, у нас только дигл, да, за 13 рублей. Все остальное так, параш. Понятно, что. 24 рубля. Ну, блядь. Опять. В минусе. Так, где он сам? 28. Ну, давайте. А, фастом. Один за 5, один за 25. Блять, оригинально вообще.
Так, это где 10 рублей, ну давайте трей, наверное, тоже по 100, 2 рубля. Понятно, все, закидываем сюда, до 135, хотя бы рублей бы 100 бы дал. 80, ну куда уже лучше, все равно. Так, я помню, долбил здесь, как эти кивы, вот эти кейс, КТ кейс, помню, как-то, блядь, было, что они давали. Давайте два откроем. Ну что-то я из них выбивал. Ну что, ну, конечно, не пиздец там дорогое, но что-то все равно оно давало. Ну конечно же, нихуя. 7 рублей? Пиздец, из 60 рублей 7 рублей, блядь. Что ты, сука, такое, блядь? О, давайте банк, блядь. Два раза. И в контракты. Самый скин дорогой 9 рублей. Просто логично. 76, блядь, опять 80 рублей. Да ебать. Ты будешь нам сегодня что-то давать или нихуя? Как-то ты прям подзаебал маленько нас. Ну, давай пистолеточку кустанем. И 14 рублей. Ебать. Прям кейсы вообще не хочет давать. Я не знаю, что с ним. Прям, блядь, мы уже в минусе на пятихатку, нахуй. И он нихуя не дает. Все, блядь, опять 12 рублей, нахуй. То есть опять полная жопа. В сражениях нет нихуя, блядь. Да. А, ну вот, все, слив. Ну и дигл, блядь. А, нет, прилетел. Да, все, слив. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это были реальные шансы от Зузу. Будем проверять дальше сайты. Пишите в комментариях, какие сайты вы бы хотели проверить. Но вот такие лоу-балансы, без всяких подкруток, без всякой рекламы. Всем удачи, всем пока.